Ну, я думаю, пройти мимо моста мира и не снять небольшое видео тоже было бы очень некрасиво и некорректно. Поэтому с удовольствием останавливаюсь здесь, у этого замечательного моста, прекрасной конструкции, которая в свое время вызвала немало споров и пересуд, подойдет или нет этот мост грузинской столицы, так как находится он в старом городе, где совершенно другой ландшафт, другая архитектура, но оказалось, что очень и очень даже он подошел, и смотрится он замечательно, прекрасно, наш мостик длиной 156 метров, конструкция из стекла и бетона, вернее, из стекла и железа, бетона здесь нет, которая ночью прекрасно освещается, здесь целая компьютерная подсветка и принимает этот мост разные цвета и разные оттенки. Так что ходим по мосту и делаем фотографии.